православная церковь накануне чтила память одного из святых ветхозаветных времен, пророка Елисея, жившего в 9 столетии до Рождества Христова. Священное Писание именует его «человеком Божьим». Особое значение этот день имеет для епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира. 38 лет назад Господь призвал его на священническое служение. Церковнослужители Клинцовской епархии поздравили архипастыря со значимой датой. Торжество состоялось в кафедральном Петропавловском соборе. Благовествовать, учить народ исполнению заповедей Господних – дело каждого, кто вступает на священническую стезю. Это служение благодатно, но и трудно, и ответственно. Уже 38 лет укрепляемый дарами Святого Духа несет это служение и архипастырь Клинцовской епархии. После хиротонии будущий владыка был клириком в московских церквях, затем настоятелем столичного Борисоглебского храма в Дзюзине. На протяжении почти 10 лет исполнял послушание в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете Москвы. Труды его отмечены рядом церковных наград и доверием священноначалия, избравшего пастыря в 2015 году епископом Клинцовским и Трубчевским. С годовщиной священнической хиротонии от духовенства и прихожан епархии поздравил владыку духовник Клинцовской епархии протоиерей Владимир Похожай. Позвольте закончить свои слова словами неизвестного автора. Шевы си, архиерею святый храм Господень, отяже помолитесь, Господи, ви, о своих же иродских прегрешениях. Почтися, святитель, послужите Господи, да дали церкви своей мир, тишину. По окончании литургии правящий архиерей поблагодарил всех за поздравления и рассказал, что в своем служении он руководствуется словами апостола Павла: «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». Да, без милости Божией, без укрепления меня я бы не смог понести этот священнический крест. Благодарю Господа за то, что Он сподобил меня вечно встать у престола Божия и возносить молитвы о своих прихожанах, о людях церковных, православных, вести их ко спасению. В этом году Клинцовская епархия отмечает десятилетие со дня своего образования. В связи с этим епископ Владимир вручил клирикам Клинцовского благочиния юбилейные медали.